Всем здорово, друзья, с вами как всегда Дони, и сегодня мы снова играем на провинции МТА. Ребята, в описании к этому ролику есть все необходимые ссылочки и айпишник на данный проект, и также есть инструкция, как можно поиграть вместе со мной. А также, ребята, самое важное, в описании к этому ролику есть мой промокод, который даст вам очень много приятных плюшек под начало игры на данном проекте. Итак, друзья, буквально вот в прошлой серии мы всей бандой вместе с Димкой и с Юркой перебрались в новые квартиры, теперь мы живем... Получается, что в городе Невском, это город, который был создан по мотивам Санкт-Петербурга, в котором я реально сейчас живу. Получается, это, ребята, моя квартира, это квартира Юрчика, а это квартира Димки. Ребят, сегодня мы решили вместе с Димкой устроиться на новую работу, а уже ближе к вечеру мы решили провести один очень интересный заезд. Дело в том, что мы узнали, что в провинции есть своя гоночная трасса, куда сегодня мы и поедем. Погоняем, вообще посмотрим, что такое, может быть, даже с Димой зарубимся на ставки, может быть, кого-нибудь там встретим и так далее, ребята, все это возможно. Ну, в принципе, Димка меня ожидает на улице, поэтому, друзья, погнали ему навстречу. Так, опа, начо за пацан, здорово, что делаешь? Привет. Ты что там? Ты тачку разбил. Чего, ты Рексу свою разбил? Ну, чуть-чуть, да. А как ты? А где, как? Да подрезали какие-то гондосы на гелике, в итоге я в стол. Ну, братан, теперь ты и себе бампер отремонтируешь, и мне, как за прошлую серию. Так что, есть ли мотивация сгонять? Короче, братан, есть такая идея, смотри, мы с тобой как бы не рабочие пока, безработные, поэтому есть... Устроиться на работу? Да, есть идея устроиться на работу, как раз тебе накопим на ремонт твою тачки, но ты мою отремонтируешь. Так, забыл открыть. Короче, смотри, ближе к вечеру я предлагаю, ну как вечер, как бы уже ночь, но ты понимаешь, ближе к концу серии, точнее, мы с тобой сгоняем на кольцевую гонку, которая располагается в Приволжске. Вот, там я думаю, что мы с тобой прям устроим нереальный замес. Ты как, готов сегодня погоняться? Давай, не против, да. Так, а мы-то, ребята, поехали в мэрию Приволжска. Я думаю, что есть, в принципе, наверное, мэрия поближе где-нибудь, но я не нашел в GPS, поэтому поехали. Погнали. Так, окей, выезжаем, налево поворачиваем, поехали. Ребят, я уже думаю о том, чтобы поменять мой пыжик на что-нибудь более мощное. Есть такой вариант прикупить себе спортэдж. Он, Юрка, кстати, Skyline вроде купил. Skyline взял себе? Да, то есть теперь да. Вы такие два по-настоящему этих японских, типа... Стрит-стракеры. Стрит-стракеры были на двух японках. Ребят, да. В комментариях пишите, чтобы вы купили вместо пыжика, потому что, ну, блин, у Юрки как бы Skyline, у Димки и Рыкса. Пора бы мне тоже что-нибудь взять. Я бы, знаешь, взял бы Stinger. Вот Kia Stinger, который. Офигенно, кстати, это чело, реально. Я хотел, но мне чуть-чуть не хватило. Не хватило чуть-чуть, да, тебе? Да. Когда-нибудь я ее точно куплю. Ага, так, я превышал скорость, ладно, не страшно. Ой, братан, ты видал? Слышишь? Меня за него скинуло, да. Да. Смотри, справа, короче, находится Петропавловская крепость. Нормально. А это чё, стрелка это? Васьки. Стрелка Васильского острова. Мы здесь не были сегодня еще. Вообще прикольно. Не были ни разу здесь. Кстати, еще. Да, вроде. Я как ребята, жители Питера, я все это знаю. Это реально прикольно, прям реально классно. Мне очень нравится играть здесь. Я вообще ни разу не был в Питере, ни в реальной жизни. Поэтому, братишка, приезжай, покажу тебе уже хоть в реале хотя бы раз. В общем, ребята, мы здесь немножко с Димкой заплутали, выехали обратно в Невский. Ехать нам, оказывается, в самый верх карты. И, Димон, ты как там топишь тапку в пол, нет? Ну, как бы да, 220 иду. 230. 250. Ну тебя на быстрее, да, тоже быстрее. Меня так по тормозам. Ты что делаешь? На красный пролетел. Ничего не было, скажи, дай обратно возвращайся. Да, ничего не было. Так, вот так. Сейчас, короче, налево поворачиваем. Знаешь, вообще, как я понял, здесь одни из самых классных работ. Это... О, что это? Что это впереди? Одни из классных работ, да. Короче, таксист. Нормально. Ребята, одни из самых классных работ, как я знаю, это водители трамваев, поездов и так далее, потому что это в провинции прям максимально круто проработано. Если вдруг я не прав, то в комментариях подскажите и вообще напишите, пожалуйста, в комментариях, какие работы наиболее престижные, наиболее заработные. Ну, да, да, можно вообще барыжить, вообще продавать машины, покупать подешевле, продавать подороже и все. А, да, метрополитен справа. А, слышь, я не видел, в Питере есть, в Питере говорю, в Невском есть метро? А в Невском метро не завезли, вы чё? Ну пора завести, ребят, я думаю, что надо. В Питере это, там, довольно-таки большое метро, конечно, не такое большое, как в Москве, но большое. Ну, да. Так, окей, ну, ехать нам остается буквально вот немножко, так что, ребята, мы доедем и там уже продолжим. Короче, Диман, мы уже как бы подъезжаем к мэрии, Димка, ты чё творишь? Я хотел бочком залететь в этот поворотик. Залетел бочком? Да, у меня минус лобаш. О, блин, Димон. Такой Димка, вот Димка, такой Димка. Посмотри, короче, какой. Да, дымится, вообще классный. Да, нормально. Ну, это такое бывает, закипело. Бывает, да, закипело. Ну как, ты просто врезался на красный? А, на зеленый, нормально.
Братан, короче, справа это мэрия. Посмотри, какая она здоровенная. Да я видел ее, я уже тут был. А, ты уже знаток? Так, братан, ты проехал поворот? Как бы. А, вот это мэрия, окей. Да. Ты думал, вокзал, что ли? Ну, чуть-чуть, да. Так, все, глушим, короче, стачелу. И ребята погнали в мэрию. Осталось теперь найти, где здесь устраивается на работу. Смотри. Какин Саша. Уж лучше он, чем Балу, Вигеры и птички. А, Гордеев. Этот парень очень сильно возбуждается. Чего? Ну, конечно, написано. Власов АВ. Богат, популярен, сексуален, талантлив, просто огромный. Огромный Х. Я понял. Хороший парень. Клышев или Клышов. Так, человек масштаб по версии журнала GPG в разрешении. Разрешение, я понял. Это прикол от фотошопа, да? Тот же самый главный человек в провинции, я понял. Ребята, интересно, а кому нам в кабинет идти, слышишь? Самый важный человек в провинции, я понял. Наверное, самый важный человек в провинции. Просто бог. Котов. Либо сюда. А, просто бог. Братан, ты посмотри на это. Опа. Такого никогда давно не видел. Чего? Так, друзья, в общем, мы с Димоном не совсем прошарены, мы приехали в трамвайное депо, хотели устроиться, но для того, чтобы устроиться, Димке не хватает левела, то есть ему нужен какой-то левел высокий, выше, чем второй. Да, у тебя прав нету. А мне хватает левела, но, ребята, у меня нет прав, необходимой категории, поэтому нам наш зритель подсказал, что лучше всего работать в такси. Кстати говоря, он мне передал 5000, братан, спасибо за 5 косарей. Так что, а тебе нет. Так, на дальнобоях лучше... Смотри, говоришь, что на дальнобоях лучше не стоит. Там 7 тысяч примерно за 10 минут. Типа, не очень, говоришь, чувак. Это дальнобой разве? Да. Ну, не это, а вообще лучше всего. Ребят, короче, с Димкой лучше не водиться, потому что он запутает, блин, вообще, лютый поцик. Вот, хорошо, хоть Андрей помог нам, подсказал, куда ехать, поставил GPS, поэтому поехали по GPS-у. Ты чё, Ой, ну ты попал. Я не понял. Не, ну я, конечно, все понимаю, но чтоб врезаться в мою лайбу. Давай его рассчитаем. Вызываем, блядь. Ты пиздец. Тебя шо, расшатать или как? Слышь, давай, короче, давай сделаем ставки. А что получается, если мы сейчас все будем играть, то получается... Давай покатаемся, слышь, пацаны, давайте все, короче, на ставки, давайте. Так, а что у нас, ставка, типа? Да. Что это гонки? Конечно, да, надо убить чувака. В смысле, почему я вылетел? Администратор посадил Демка в тюрьму на 30 минут, причина. Ты задуэмил, короче, понял, тачку? О, блин, чуваки. Вот, знаете, вот как обычно получается, что серия идет не по плану, потому что вместо того, чтобы устроиться на работу, поехать там погонять, мы, блин, ввязались в Махачу, там какой-то ввязались, короче, поняли, да? Нормально, блин, ну так и живем. Поехали кататься на маленьких картах, ребят, ну это просто жесть. А вы заметили, что Димку каждую серию сажают в тюрьму вообще? Это адекватно, нет? Димон, с освобождением. Здорово! Чё, как дела, чё, как там? Как там по ту сторону, скажи? Нормально было? Нормально всё, да, чефирчика пил. Короче, ребят, на самом деле, пока я ждал Димона, планы вообще полностью изменились. Я решил, что сегодня мы не будем устраиваться на работу, ибо уже мы здесь часа два сидим, и мы не устроились на работу до сих пор, поэтому, ну его нафиг, поэтому просто, ребята, поехали сейчас. Съездим на кольцевую трассу, на гоночную трассу, вообще посмотрим, что это такое, и, надеюсь, там и погоняем. Так, ну что, Димон, просто подъезжаем уже к кольцевой трассе, вот-вот уже кольцевая трасса, она я уже слева. Фига здесь, смотри, какая здесь прям мощная трасса. Пальма. Не знаю. Итак, дорогие друзья, как бы я сказал, в битве за контейнеры время для спринт-гонки, да? Давай. Точнее, кольцевая гонка. Да. Я думаю, мне это поможет. Знаешь, Дим, тебе как бы ремонт бесполезен, потому что ты машину разбиваешь. Вот буквально за считанные повороты. Бабки есть. Короче, Димон, едем. Сейчас выиграю, едем один круг. 20 тысяч ставка. Давай счет. Раз, два, три. Давай. Окей, я знаю, на старте ты быстрее, а вот на маневренности, ребята, сейчас посмотрим. Ну ты, блин, ну ты уходишь, конечно, офигеть как. Ну тут поворот, на поворотах у меня несет. Да? Тебя носит? Да. И уносит тебя, а ты меня так догнал. Ну слушай, ну да, на поворотах тебя в принципе догоняют, ты вот напрямую просто как этот шуршаешь, не знаю кто. Так, вот отлично, прям заложили. О, Димка, что творишь? Немного не носит меня. Немного уносит. Походу у меня это, развал у кобзда. Так. Оу, Димка там бочком ходит, ты посмотри. Так, давай. Нормально, идем. Я просто догнал. По внутренней, хорошо.
Так, так, Дима. Поворот налево. Нет! Нет, я заложил! Василий, блин! Я заложил нормально. Я заметил. Так. Слышь, у нас как бы финиш уже? Нет еще. Да. Нет еще. Это разве финиш? Это финиш уже, это не да, финиш, да, да. Нет. Нет, а, нет. Там мы нет? Не здесь начинали, ты че? А, точно? Ну, да, ладно. Да, да. Давай, давай, фига, я тоже бочком допошел. Ребята, Пыжик просто пытается тягаться с Рыксой. Йо-й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 о-
тебя разгон получше сейчас. Не, просто я раньше стартнул, чем ты, вот и все. Может быть. Так, ребята, берем радиус побольше, чтобы заложить поудачнее. А, Димка просто лег на меня. Ну да. Спасибо, спасибо. Просто лег на меня. У меня аж наушник, у меня наушник падает из уха. Так, во, вот так вот. Во, нормально срезали. Блин. Читор. Срезали, срезали. Бал мне, да? Да. На самом деле, прям реально путника, прям путника, потому что Димка прям сзади меня идет, на самом деле. Дима, 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 Дима. И мана огромная. Трасса, да, есть такое. Ой-о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 й-
там какая-то текстура была, меня подкинула. Да? Да. Нормально. Угар получился. Прикольно. Ясно, ну что, Димон, с тебя 20к, еще ремонт тачки твоей, да. Да. Ясно. С тобой пройдешься, бабок не наберешься. На, потеряешь бабки, да, 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 есть такое. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия. Очень интересная, прикольная, забавная. Сегодня было очень много непредвиденных вещей. Сегодня Димку забанили. А нет, вот то, что Димку посадили в тюрягу, это, ребята, как бы максимально очевидно. Это было как бы предсказуемо. Это по традиции, да. Ну, ребят, сегодня мы сгоняли на гоночный трек. Реально классная трасса, она мне понравилась. И поэтому, если вы здесь еще не были, то покатайтесь обязательно, ребят. Ну, ребят, на этом будем серию заканчивать. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.